В Урухе завершается реконструкция одной из двух сельских школ. Капремонт идет по программе сейсмоусиления жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Львиная доля средств выделена из федерального бюджета. Часть денег предоставила республика. В общей сложности это обошлось госказне в сумме более 50 миллионов рублей. По словам подрядчиков, постройку 60-х пришлось восстанавливать с нуля. Объект был настолько ветхим, что когда отбивали штукатурку, рухнули перегородки. Работы начались еще прошлой осенью. Технику на первых порах не использовали из-за мерзлой земли. Фундамент укрепляли буквально вручную. Но несмотря на возникшие трудности, бригады трудятся с опережением графика. По контракту сдать школу должны 31 декабря. По факту занятия здесь начнутся уже через месяц. Школа изначально была рассчитана на 420 мест, но строители достроили здесь несколько классных помещений. Четыре классные помещения дополнительно были достроены, поэтому сейчас школа имеет возможность принять до 500 детей в одну смену. Объект был признан аварийным 3 года назад. С тех пор обе урухские школы ютятся в одном здании. Дети вынуждены заниматься в 2 смены. Кроме того, им приходится добираться с одного конца села в другой. В администрациях обоих учебных заведений рассчитывают, что скоро все трудности останутся позади.